Здравствуйте, привет, друзья! С вами снова Викс, и под черными знаменами мы начинаем валить с моим компаньоном Хуруган Кузаитов, которые недавно объявили мне войну, пока я воевал с осирайцами. Напали осирайцы, но они жестко сопротивлялись. Я в прошлой серии, если можете посмотреть, уничтожил 4 или 5 армий по 700 юнитов, их по 700 силы. Вот. Плюс захватил, мои пацаны захватили без меня замок у осирайцев, и захватил я город у них один. Ну, в принципе, на этом я серию в прошлую закончил. И под этот шумок напали кузаиты. Ну, я сразу с осирайцами город урвал и с ними мир заключил за 15 или за сколько там, за 17 тысяч, в принципе, мне нормально. Вот. И сейчас буду валить кузаитов, они мне тут уже бегают, ураганят по моей территории. Вот сейчас они останутся без замка, собственно. Добегаются, так сказать. Вот, и без замка, и сразу следующий город уйдет в небытие. Замок сейчас автобоем. О, уже кто-то уже замок у них отжал. Ну и все. Сейчас еще одного замка не будет. Растеряют все свои города. Ну, как бы, кто им виноват? Собственно, никто. Сами войну объявили, сами и пострадают. Я почему на замок напал, а не на город? Потому что у меня войска пока стягиваются. Так, ну тут шторм автобоем. Стольничек потерял, тем не менее я. Ну ладно, что поделаешь. Так, отряд пополнил. Сколько у меня тут пленных можно взять? Ну, 176. В принципе, можно набрать хороших солдат на раскачку. На раскачку. Ну, все, тут, в принципе, больше некого взять конников. Так, все, замок. Замок отдаю кому-нибудь. Рогея. О, Рогея, держи замок. Бабулька Рогея. Сколько ей лет? Отношение 97 уже. Вот это я поднял ей. Так, ну и что? И пошлите теперь брать основной город в Острум. В прошлый раз я, когда война была с ними, я в Острум не взял. А, эти, Северная Империя мне мир заключила. Да и фиг с ними. Найду гоп-стопно. Я думал, эти уже мир решили заключить. Вот, так вот, в прошлый раз я город не смог этот у них отжать. Ну, точнее, я отжал, они мне потом назад его отжали. Ну и замирились они. Собственно, ну, что поделать. Теперь-то уже будет по-жесткому. Да и я почему не стал с ними дальше воевать в прошлый раз? Потому что мне это было невыгодно. Меня там тут тоже начали все щемить. Вот. Как-то так. Так, ну что? А где остальные войска? Еще должны три отряда подойти. Тут как-то маловато все-таки. Ну, у них там, я смотрю, лохи какие-то. Собственно. Но все равно. Лишние отряды не будут. Скорость. О, еще один. Оп, оп, оп. Сейчас достраивается и можно нападать. Давай, 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 давай. Оп, хорош. Так, ну в принципе там еще подходит отряд. Давайте подождем их. Опоздавших. Все. Вот так. Возглавить что? Пойдемте, 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 повоюем. Первый город падет сегодня. Ну, замок уже пал. Сейчас город и... Так, ну что? Понеслась, друзья. Сейчас этот замок падет. Места, кстати, мне знакомы. Боль только где спрятаться. Надо как-то аккуратно подъехать. Уже он прилетает со всех щелей. Ничего там оттуда он шмаляет. Мимо. Готов. Ты чё тут? Понтуйся. Понторез. Получи. Немножко секанул.
Так, я смотрю, вон там еще какие-то пацаны по моим стреляют. Получил. Ты тоже получай. Ой, мимо. Да ёпарас, это откуда камень такой? Мимо. Чё-то... О, да ну нафиг. Надо в этом... В тело его засекашить. Вся нолов. О, нормас. Пацан со стрелой в голове стоит. Еще один. Присоединяется к нему. И еще один. Это, ну этот, ладно. Ох ты, прилетело мне. На тебе в яйцо. В левое, в правое. А ты хорош тоже. Закругляйся, наверное. Я сказал, закругляйся. Хватит убивать моих пацанов. Опа-опа, меня кто-то там уже выцеливает. Бля, и кони еще тут тусуются. Ах ты, писюн. Он попал, падаль. Будешь лично убит. Получил. Так, ну у меня стрелы кончились, поздравьте меня. Надо собирать. Как это не прискорбно, но стрел тут нету. Приходится бомжевать. Ну, пацаны, пошли же на штурм. На кой ляд вы сюда пошли? Видите, тут отрабатывает. По пацанчикам. Ну, я тоже их прикрыл хоть немножко. Ой, мимо. Стрел не так много, надо экономить. Так, а эту штуку подвезли? Ага, можно идти, кстати. Я еще возьму стрелок по пути. О, бегут. Бегут, неуколежа. Пешеходы по лужам мимо. Блин, это не лучник. Так, я готов, пацаны. Лезу. Так, надеюсь, нормально тут все, не будет лагать. Ну или хотя бы не сильно, чтобы лаги были. Ух, нож их там режет. Ох. Слишком жестко. Кто-то меня уже секашит. Бля, кто меня убил? Как-то жестко они меня убили. Ну ладно. Че поделать? Бывает такое. Ты так не понял, кто меня убил? Сзади, что ли, какой-то хер? Упал и убил меня. О, а тут сейчас самый замес, кстати, пошел. Самая мочилова. О, пацаны лезут. Давайте, пацаны. Убивайте их. Не дайте им выжить. Ну, сильно отъезжают, кстати, тоже. Давайте. Должны прорваться. О, уже окружают. Ну и все, почти раз петушили ублюдков. Все. Сдулись. Ну я тоже неплохо, кстати, 19 убил. Надо отдать. Так, чей замок будет, а? А чей город? Вострум. О, мой будет. Город себе заберу. 8000 в плюс.
Так, ну и тут тогда надо гарнизон немножко посадить, да? Так. Не, надо город отдать, кстати. Не так, давайте. Клан. Горыныч мой растет. Ой, Эльта подрастает. Нормально. Так, войска. Вот у нас есть Иона целительница. Ну, кстати, нормально. Вот это. Давайте вот это распустим отряд. Тул Сокол. Нет, его нужно, кстати, ко мне. Он около... со мной? Нет. Сейчас, погодите. Армия. Управление. Со мной есть кто-нибудь? Его целительница есть. Ну, ее можно распустить тогда. Да, тогда ее. Клан, войска, распустить отряд. Пускай идет это в замок. Все. И, кстати, в замке можно тогда... Сейчас давайте Асана там. А управление городом назначить. Вот ее и назначим. Собственно. На тут денежек. Не знаю зачем. Но дайте. Так, а мы дальше едем. Между тем. Так, армию надо увеличить. Кто поблизости у нас есть? О, хороши пацаны есть. Готово. Чуваки остались без города. Сейчас еще падет город. Замок Шибалзум. Так, пополняем пацанов. Прокачиваем, пополняем. Сейчас еще останутся без замка. Защитники 155. Осадить замок. Тебе будут разграблять деревни мои и караваны. Отправить на штурм. Хорош. Так, минус замок, еще один. Прокачечка. И кого возьмем? Конников, лучников. Еще лучника. Еще офигенно прокачанного лучника. И все. Так, кто желает замок? Олик, Мантос Орас. Давай, ты давно что-то я тебе не давал ничего. Окей, еще. Тут давайте Рогеи. Отцепим замок. Все, продолжаем. Завоевание. Блин, сейчас распадется отряд. Распался, да? Давайте собираем армии. Управление. Готово. Так, что тут еще у нас? Следующий замок. А тут что за замок? Это вот этот? Замок Адриса. Но он должен тоже пасть. Вот, пацана гнобят. Пацана гнобят. Поможем. Потери есть, но тем не менее. Блин, опять выбило из игры. Что-то в последнее время стало очень часто выбивать. Но чем дальше играешь, тем больше выбивает. Так, Хорош. Армии, создать армию. Так, тут поблизости у нас. Давайте. Мне нужна самая мощная армия. Сейчас пойдем еще город брать. Точнее, даже замок возьмем. И
Нормально, что-то там деревья наши ураганят. Так, давайте сразу осадить замок. Ждем пацанов. Ну и пока ждем, катапульты поставим. Оп, гони его, давай отсюда. Минус один отряд. О. Ну и где остальные? Вы где, мать вашу-то? О, еще чувак. Олег сдулся тоже где-то. Блин, да они сейчас так понулятся все. Ублюдки. Тупые ублюдки. 400, блин. Потерь может быть много. Где остальные-то, ёпрасота? Долго еще идти будете? Ладно, отправляем солдат, некогда ждать. Им бесконечно будут. Так, ну 70 не 70. Что-то есть еще. Так, ох, прокачанный хороший солдат. Хороший боец. Так, этого тоже возьмем. Сколько там по этому? По пленным. Еще могу взять, кстати. Арбалетчика. Лучник нет, но все, остальные не нужны. Так, ну и чей замок? Хуруган. Давайте Хуруган. Хорошо, замки дефит. Так что отдадим ему. Так, там ничего не отбили, надеюсь. Нет. Еще есть замок, кстати, недалеко. Кто такой? Ты что тут трёшься, а? Сколько в замке народу? 222. Так, ну давайте тут тоже подождем. О, еще один. Ну пошел гнать этого. Нафиг ты пошел вообще? Так, а где армия, кстати? Армия. Управление. Есть кто поблизости? Вот какой-то хер бегает. Давайте. Подходите, подходите. О, 500, отлично. О, вот это я понимаю, уже пошла жара. Ну и все, наверное, хватит. Отправить солдат. Пойдет. Да, ну становится все меньше и меньше, заметьте. Со взятием замков солдат-то. Ну, без потерь, к сожалению, никуда. В наше время. Так, продолжаем. Чей замок будет? Давайте вот этому Оросу дадим. Отлично. Анира. Опять в остром отбили. От пидорасы. Чё ж эта баба не защитила это? Ёпарасоте. Я что, мой отряд остался неплохой такой. Может, Аниру отбить? Пойдемте отбивать, слушайте, за замок... О, нифига себе, тут походу армия приходила. Люлей отвесила, да? Гони, давайте, пацаны. Нужно отбить город. Ну, сейчас отряд распадется, к сожалению.
Ну их эти... Ой, они распались, они распались. Да ёб вашу мить. Давайте, давайте. Я бегу, я бегу. Помочь отправить войска. Да, то, что в остров мы захватили, это печально. Надо отбивать его. Там армия еще идет, заметьте. О, нормально. Сейчас еще нужно будет армию гоп-стопнуть. Так, отлично. Убегаем отсюда, пока живы. Бежим в остров. Его надо вернуть обязательно. Тын-тын-тын. О, нас уже осаждают. Отлично. Захватили. Так, ну и отдайте мне опять эту... Рогея, бля. Подстава. Был мой замок, тебе не стал не мой. А куда бабу дели эту Иону-целительницу? Куда она делась-то, мразь эта? Потеряла замок. Ублюдочная дура. Поставил, называется, управлять замком. Так. Клан. Оставаться в остров. Ну ладно. Так, ну, пацаны подходят. Там этот, как эта армия тусовалась. Пойдемте ее гоп-стопнем. Пацаны расчепушат эту. Какие-то разбойники тут тусуются гигантские. Ага, походу замок Аниру... А, отбили замок, да. Чё тут как-то по жести разбойников тусуется? Так, а тут они ничего не отбили пока? Нет. Ну, сейчас я замок опять отобью. Да, они замки, походу, это отбивают. Осадить замок. Походу, идет их не армия, а вот эта вот большая, на 700. И отбивает замки. Ладно. Побегаем. Друг за дружкой. О, армия собралась. Отлично. Так, отправиться солдат на убой. Так, всех подряд брать не буду. Ни к чему они мне все подряд. Так, ну то там-то они справятся, надеюсь, не? Там просто какой-то армия, наверное, идет. О, помочь, помочь! Снулить все отряды. Ничего, довольна, что я тебе помог? Иди отсюда. Ты тоже иди. Так, забираем хороших солдат. Плохих вам оставляем. Все. И грабим их. Так, замок нужно захватить. Назад. Подожди, а чё это? А, Рогея захватывает. Сколько тут вообще? 57 захватит-то оно. Ну ладно, это их не проблемы. Пускай мы сейчас пойдем с пацанами вот этот захватим, Аниру. Чё? Замок. На, держи замок. Запарил.
Так, главное, чтобы хватило выносливости. А, все, побежали по закоулкам. Эй, все пацанов тут развалят. Так, кого можно взять? Берем только элиту. Ох, хороши. Хорошо войско. Так, ну и там какие-то армии создают, вы чё? Вострум опять, подождите. Опять Вострум, что ли, захватили? Да ёб вашу налево. Ладно, хрен с ним. Так, армии. Распустить. Так, давайте. Кто у меня поблизости тут тусуется? Давайте мне элиту. Все готово. Поехали. Что-то как-то они за этот остров воюют. Просто жесть. Сейчас тогда Аниру захвачу. Походу они отсюда тут идут. Вот. И тогда займусь островом. Так, осадите город. Тут как-то жестко они. Не даются кузаиты эти. Так, давайте, стройте все осадные орудия. Островом займутся кто-нибудь. Оп. Новый герой. Так, возглавить шторм. 1400, нормально. И там еще отряды подходят. Сразу надо будет идти в остров. Осаждать. Так, пойти на шторм. Тут даже и думать нечего. Нате! Попаду в кого-нибудь? Нет. Так, вот тут хорошее такое место. Оставить здесь. Опа. Конь, не мешайся. Опа. А, не попал. Блин, откуда попали? За кошку стреляют, покиньте. Ублюдки, хэш, и метко стреляют. Хе, нормально так. Всех этих лучников. Вон еще из окна. Да чтоб тебя. Сколько у него высадил стрел. Вот этот прокачанный, кстати. Элитный лучник. Получил по шапке. Так, есть тут кто-нибудь или что-нибудь? Стрелы. Ох, нифига себе тут накидали. Бери, не хочу. Уже колчан насобирал опять. Пацан в себя собирает стрелы. Блин, что ты стало, ублюдок? Отогнулся. Отлично.
Так, там уже, походу, на штурм идут. Вот этого надо секануть. Чё он себе позволяет? Эту штуку не подтащили, а вон они туда идут. Ну, а таран что-то не тащит. Или тарана нету. О, пошла жара. Нормально, пошлите. Поможем. Так, пацаны, что тут вас обстреливают, да, всякие утырки? Все, больше не будет целиться в вас. Так, отлично, отлично. Поможем пацанам. Опа. Минус. Минус. Так, ну все, у меня больше нету стрел. Я свое настрелял. Сколько я настрелял? 23. 23 со стрел убил, тут, видите? Сейчас с меча еще. Опа. Тушки падают. Я готов, я готов. Я готов убивать. Ну нахрен. Ну нахрен. Надо взять другое оружие. Нет. Давайте, пацаны, прорываемся, прорываемся. Ой, попали. Ла, попала, попала. Ой-ой. Все, и меня убили. Это я рискованно пошел-то, конечно. Ну ладно, зато было весело. Ну, что тут делаем? Ускоряем, естественно. Ускорялка, ускорялочка. Пацаны все еще пытаются прорваться. Ведем прямую трансляцию осады с замка. С лагами. О, пацаны прорвались какие-то. На стены залезли. Пошел штурм, пошел. Надо было просто немножко подержаться. Пока наши не зайдут с другой стороны. Не сильно высовываться. Ну ладно. Блин, ну сильно-сильно, смотрите, отъезжают пацаны наши. Красненьких-то сколько много. Да, слушайте, они не это самое, не сдюжили, офигеть. Сейчас пойдет, походу, вторая волна. Да, наши не смогли, не затащили, не затащили. Ну, сейчас, походу, через ворота прорвались или еще откуда-то. Потому что пошел рейд. Вот они, вот они. Ну и все. Последних распетушат. И нормально будет. Все, тут больше никого не осталось. Походу где-то около ворот еще. Тусуются. Ну или вдоль стены берут. Нормально. Это. Так. Потерь есть у меня. Потерь есть. Поэтому пополняем солдат. У меня перевес, кстати. Ну ладно, отдадим. Вот ты мне не нужен. Ты нужен. Ты нужен. Кто еще не нужен? Сто пудов есть какие-нибудь лохи. Вот этого лучника можно отдать. Блин, это хороший лучник. Перевес? Не, нету все перевеса. А так перевес, да? Вот это отдадим, ладно. Так, наберем еще. Вот так вот.
Тут точно лохов нету больше никаких. Ну, вроде нет. Остальные все крутые, пацаны. Так, ну и чей замок? Хуруган, держи замок. Так, а мы с пацанчиками пойдем отбивать новый замок. Точнее, старый. Вострум нужно отбить. А, они опять и замок захватили. Вот, волки. Не успокоятся никак. Давайте, что вы еле не идете-то? Давай, давай. Чтоб вас разорвало на какашки. Так, давайте в остров идем. Ну то они мань это взяли моду замки наши и города отбивать. Ну так важны замки, как города, города круче. О, вот они, вот они. Давайте вот этих вот зачепушим. Помочь. Нифига себе, 120. У них там, походу, прокачанное войско было. Так, так. Да, было войско, да сплыло. Так, ну что, создаем заново армию. И направимся, возьмем в Острум. Так, а какой там лох армию создал? Ты что ли? Распустить нафиг. Распустить. Готово. Так, где мои армии? Блин, ладно. И идем в остров, и что потом еще раз спустим. Ну и чё, где армия? Давайте. Правление. Блин, что за ублюдство? Распустить. А теперь эти, да и насрать на вас. Мне нужны солдаты, вы их позабрали в своей армии. Еще отношения ухудшаются, когда спускаешь. Совсем что ли? О, вот они бегают, бегают. Чепушите их, пацаны. Мы пока замок возьмем. Так, так, так. Хоп, хоп, хоп. Отправить солдат. Потери есть, да и фиг с ними. Да и фиг бы с ними. Так, надо взять еще пацанов. Че у меня тут по пленным-то? Перевеса-то нету. Не, нету, нормально. Так, замок-то мой, мне отдадут. Не Арагея. Ну, Арагея, ладно, отдам. Был мой замок, стал не мой. Ладно, потом я что, отожму замки у них. Давайте вот этих вот зажмем. Вафель. Чё вафельки? Вот тут нормальные прокачанные пацаны.
Так, замок, точнее, город мой. Эти на деревни нападают, ну, пускай нападают. А, и Анира тоже. Надо замок урвать, чтобы тут вообще их не было. Ихнего духа. О, какой-то хер тут еще бегает. И потом нужно армию будет распускать сразу. И чепушить их. Так, они замки там отбили, да? Некоторые. Да, фиг с ними. Так, осадить. Отправить солдат. Так, ну и кто хочет? Рогея хочет замок еще один. По-любому. Так, ну и все, армию сразу распускаю. Армии. Управление. Сформировать. Идите защищайте теперь там. Все, что можно. Пока не отжали заново. Ага, они замок отжали уже опять. Ну ладно, главное я защитил этот Вострум. Если они сейчас не отожмут, то должно быть нормально. А кто что-то отжал? Тут, наверное, какой-то крутой отряд. Крутая армия. 52. Хотя тут... А, вон не идут. Нифига себе тут. Ходят, ходят. Так, кач. Да, там крутые армии ходят. Ну, конечно, не настолько крутые, как мои. Но прикурить дают, дают. Видите, опять замок свой отжали. Но самое главное, они тут ничего не могут сделать. Так, давайте мы создадим и тоже армию. Еще. Остальные пошли пополнять свои ряды. Готово. 1000 мне хватит. О, рогей сейчас. Сейчас мы в два ствола их окучим. Давайте, опа. У меня круче просто армия. Опа, опа, опа. Атака. Ну что, повоюем. Я никем не буду управлять. Я буду всеми. Да, пацаны. Ну чё, готовы умереть за вашего короля? Они готовы. Тогда в атаку. Давайте вот этих сейчас начепушим. Ну, у меня, кстати, круче. Давайте их говнить. Лучники, ладно, конные лучники и конные это самое. Гонят их, гонят. Получил. Готов. Хуруган, блядь. На тебе, ублюдок. Давайте, пацаны. Чепушите их. И сейчас у них кавалерии уже не будет. Так, где их не остальные войска? Вон мне. Все сюда. Стоять, ждать. Защищайтесь. Лучники, огонь, огонь. Мы должны сами пойти. О, пошел, пошел, пошел. Пошла жара. Я говорю, они сами должны пойти.
Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Ты чё, мать твою, а? Сюда иди. В атаку, пацаны. Окружай их, ублюдков. Минус. Давайте маленькой этой штукой. Врываемся. Ха, у них там уже перемололи, кстати, весь отряд. Уже убегают. Дайте мне мою. Палаш. Головы так отлетают. Цените. Чувак без головы. Бля, я не в ту сторону повернулся, прикиньте. Хотел на ходу секануть. Так, так, так. Опа! Захлебни своей кровью, ублюдок. А ты куда бежишь? Все, пацана подрезал. Вон еще бегут. Ну, все, осталось добить тебя. Цените, не добегают, не добегают. Бля, мой! Мой, я сказал мой. Так, это тоже, гляньте, какой-то хитрый. А, ну его все. Их всех просто расчепушили. И всего два отряда, мой и Рогей. Слил всю их армию. Ну там еще одна армия небольшая тусовалась, или большая. Вот не скажу точно. И надо город опять отжать. А то они туда-сюда перезахватывают. Делать им нечего, понимаешь. Так, что по войскам? По войскам нормально все. Так, давайте вот этого. Ну, это лохи. Лохов мы брать, естественно, не будем. Только элитных прокачанных солдат. Так, у меня, смотрю, солдат многовато стало. Сейчас будем избавляться от всякого ширпотреба. Сколько у меня? 96 у 16 солдата-то. Ого, вот это ты как нарисовался тут. Затесались какие-то лохи. Давайте вот вас тоже. Значит, какие-то лохи. Что тут делаете? Не должно вас тут быть. Вот вы что делаете? Вот тебе нормально. Так, ну чё, и надо Аниру эту перезахватить. Вот что-то захватили. А, нет, опять его плачет спустя. Нет, я против. Расстояние уменьшится. Чё за фигню какую-то предлагает вообще? Хуруган, чё ты там мутишь? Не надо мутить всякие законы дурацкие. 149, блин. Давайте осадим пока город. Остальные должны подойти. Соек лучников, кстати, у них. Давайте уже.
Так, все, отправляем. Ну, были небольшие потери. Так, и взять-то есть кого? Где-то никого. Ну, вот этого можно взять. Вот этого, вот этого. Все. И хватит. Забирайте замок. Уруган, забери замок. Охраняй, как зеница ока. Так, все, они тут этого больше не будут кушаться на мои замки. Где-то еще армия ходила. Так, давайте я эту армию распущу. Пускай тут это дальше ураганят. Какие-то разбойники тусуются. Просто по КД уничтожаю. Вообще не смотрю, кто они такие. 38 бандитов просто, или сколько там. Гоп стопнул. Сейчас еще вот этих тоже. Давайте, я готов с двумя сразу. Не главное, чтобы они сейчас опять эти самые не пришли к какой-нибудь армии и остров не захватили. Какие-нибудь ублюдки. Чтобы можно было свободно по замкам побегать, позахватывать. Вот этот замок надо опять у них отжать. Так, ну эти нас создавали отрядов. Надеюсь, они удержат. Сейчас под шумок осирается, тоже нападут опять. Скажет, а чё нам это самое? Далась нам это перемирие. Это такая пьянка. Кстати, а что там по этим самым, по дипломатии? Кузаиты. Ну, слушайте. Потери одинаковые у нас идут. Не, они мощные все равно. 7 тысяч. Как ни крути. Такс. Отправить солдат. 12 потерь, но все же... Все же неплохо замок взяли. Так, зато мы есть хорошие бойцы, которые к нам потом присоединятся. Так, и чё? Замок-то надо кому-то отдать. Роге я отдам тоже замок. Пускай набирает опять. Но она, кстати, не удержала свои замки, свои владения. Так, ну и что тут стал? Сейчас, подождите, подождите. Так, то там главный отряд пошел на этот самый. Ураганить. Сейчас мы тут тоже поураганим. Ну нет и нет. Бежишь, ублюдок. О! Какой-то лох хочет нарваться на неприятность. Давайте вдвоем. Чё, я несу, и вы не ссыте. Главное, чтобы... О, Аниру хотят взять, Аниру хотят взять. Так, оставаться тут. Так, жратвы мало, кстати, стало. Надо прикупить. В принципе, вот так вот сразу. Хренак. Хренак. Виноград. Оливки. Так, и можно, кстати, загнать. У меня много всякого хлама. Хорошего ничего нету. Нет, нету. Тогда. Ой, что-то много загналось. Вы получите. 66. Так, тогда можно еще купить рыбу. Пиво, масло. Да и ладно, фиг с ним.
Буду я сейчас разбираться. Так. Не отбили. А замок отбили. От говнари. Вот из этого ничего нельзя оставить. Все отбивает. По всей видимости, надо уже, наверное, перемирие с ними заключать. Да и все. Чтобы это могли в замках понабрать солдат. А, тут нас уже отбивают, да? Давайте поможем. Помочь. Так, ну вроде все. Все поджали отряды. А это честь. К чему подчиняется, какому замку? Так, главное теперь охранять города и замки. О, вот какой-то хер тут тусуется. На караванчика на моего хотят напасть. Ну давай, давай, Симон. Давайте, вступай в битву. Я прикрою. Давай, 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 давай. Ой, еще рвали что-то. Давайте лучше одну дадим. Так, а мы пока этого погоняем. Никак не это самое. Не догонишься. Два отряда его гоняют. Ему хоть бы что. Ну ладно, хоть с ним. Слишком много чести. Так, там какой-то хер мои эти самые грабит. Ага. Не дадим грабить мои поселения. Опа, опа, а вот они и осирайцы. Ну, собственно. Но надо тогда с кузаитами, как я хотел, замириться. О! Они решили это самое, да? Гоп-стопнуть. Надо хотя бы одного кого-нибудь поймать. Давай, догони ты его уже, ёпрасоте. Так, помочь. Так, с этим-то понятно, ладно. Хох, войны-то эти войны не дают покоя. То одни, то вторые. То третий. Батийцы нападут. Будут тоже мне тут мозги полоскать. Зато можно пополнить отряды свои. Хорошими солдатами. Так, все, давайте теперь вот с этим. Армия-то убежать не сможет уже от меня. Где-то быстрее армии. По-любому. Давай, 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 давай. Так, давайте замиримся, пацаны. Мы можем, кстати, посидеться. Не, провал. Так, тут, ну все равно провал в итоге. Так, есть некоторые вопросы? Давай, давайте мир. Мне нужен мир. Осирайцы нападают. Так, да сколько? За 19 тысяч? Да, ё-моё.
На тебе 19 тысяч коня. Знаете, вот так вот. Все, свободно. Самое главное, города у них отжал. И нормально. Все, теперь пацаны смогут это пополнить пока эти войска в городах. Вот. И со сирайцами повоевать. Так что это, кстати, правильный ход. Очень даже правильный ход. Так, ну что, друзья. На сегодня все. Спасибо, что смотрели, как я тут метался от города к городу. Эти два города пытался удержать у кузаитов. Конечно, с кузаитами такая была война. Они тоже сильны, на самом деле. Они... Единственный, кто остался равен мне по силе, ну, примерно, ассирийцы и кузаиты. Вландия сейчас начала набирать силу. И, возможно, на меня в ближайшем будущем тоже нападет. Поэтому нужно сейчас по-быстрому что-то сделать с ассирийцами. Я не знаю, что сейчас будет делать. Но пару городов тоже отнять и замириться, что пока они там это войска обороны набрали в городах. А если Вандия нападет, то пойдет сразу на запад бежать и ее нагибать. Но кузаиты все равно все сильными остались, между прочим. У меня просто войска все потрепаны уже. Все эти воюют постоянно, поэтому как бы и нету возможности как-то эту ситуацию разрулить полностью. Вот, ну что, на этом все. До новых встреч. Как обычно, не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк под видео, ну и заходить на наш сайт. Всем удачи, друзья. Всем пока.